посмотри твои маленькие зубы. Смотри, там звезды, космос, специально для тебя. Проходи на посадку вот туда. Давай, вот так. Ты сегодня играл? А зубы чистил? Открыть ему рот и почистить надо любой ценой. Это мой вам совет. Вот так нормально? Да. Не ярко? Давай очки наденем. Это красивые желтые вот такие, давай. Не хочешь? Ну все, тогда не буду. Давай проверим зубы. Вот так. Это нормальный звук. Как самочувствие? Я полный, поверьте, красивый зубик. А, ну понятно. Я сфотографирую твои зубы, хорошо? Одна есть. Еще 4 фотки. Внизу 2 фотки и пойдешь. Супик, играть, все дела. Супер помощник. Играть? Да. Едем вниз. Так, 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 так. А тебе кулачок. Бери Галю за руку. Да, пожалуйста. Вот туда. 8 жевательных, 2 фронтальных минимум. И вариантов лечения у нас всего 2. Это общее обезболивание. И 30% успеха – это закись азота. На самом деле, вот это только чистая поверхность. Зона около десны, вот вся ребристая часть, если мы нанесем специальный индикатор, она будет ярко-фиолетовая. Это вот те самые бактерии, от которых разрушаются зубы. Даже если у вас есть на это там 2 подхода по 10, по 15 секунд, это лучше, чем, ну, не пытаться делать что-то еще. Перемешивая микробов на зубах, вы не даете им уплотняться и не даете кислоте разрушать поверхность под ними. И оптимальным вариантом восстановления будут, конечно, коронки. То есть живой зуб, просто мы убираем весь кариес, мы его обрабатываем, закрываем колпачком. Почему? Потому что эти зубы поменяются в 12, а вот эти в 10. Как зубы меняются? Корни рассасываются, потому что зачаток постоянного зуба начинает расти вверх, давит на корни временного зуба, они постепенно рассасываются, коронка начинает быть подвижной, а потом Леня приходит и говорит, смотри, что, и дает вам... Точно так же, как и свой зуб. Это происходит, ну, как и любая смена зубов. Вам прям сейчас сразу возьму, открою. Вам покажу наркоз, который был позавчера. Разрушение зубов. И я вам покажу, зубы выглядят после того. Она просто маленькая, у мамы на руках. Вот, пожалуйста, восстановилась десна. Здесь металл, жевательная группа. Передняя группа у нас 4 керамические коронки. Принимать решение вам. Можно рискнуть в лотерею и пойти в закись. Но я вам не рекомендую этого делать. Потому что если бы было 2 зуба, я даже вам бы про наркоз и не сказал.